фестиваль Гефтерваги построил, 32 мая назывался он, под эгидой этого самого барона Мюнхгаузена. Очень много юмористов приехало. Вот. Я Володе показывал одну песню, я не буду ее показывать. Вот. И он, значит, стихи он знал мои давно, и он так поднялся, типа содрали, говорит: слушай, а что ты не поешь? А мне, потому что не было там что-то 30 песен, да? А что ты песню поешь? Я говорю: Володя, я на гитаре говорю, три аккорда, ну, может, чуть больше. Вот. И говорю: все, что я могу. Я говорю: стесняюсь. Он так посмотрел, говорит: ну, конечно, лучше, если ты хорошо играл на гитаре. Но, говорит, ты же не на конкурсе гитаристов. Ты ему как можешь. Главное, чтобы там, значит, со стихами все было в порядке. Ну, надеюсь. Час придет, мы зайти по кругу, изрекать словеса и стихи. Но сначала давайте друг другу все обиды простим и грехи. Но сначала давайте друг другу все обиды простим и грехи. Кто-то в тоге, а кто-то в хламиде, кто-то в рифме силен, кто-то слаб. Кто кого-то вчера ненавидел, пусть сегодня не любит хотя бы. Кто кого-то вчера ненавидел, пусть сегодня не любит хотя бы. Ведь и так наша братья тает, на скаку, на лету, на бегу. Очень многих уже не хватает в нередеющем нашем кругу. Ах, как многих, увы, не хватает в нередеющем нашем кругу. В тесной бочке безумного века надо встать, Диогену подстать. И повсюду ищет человека, человека в себе отыскать. И повсюду ищет человека, человека в себе отыскать. Вот. Значит, я с вашего разрешения прочитаю конкурсное стихотворение прошлого года. Называется оно «Чудо-юдо». У меня есть такая затея, я в следующем году, может, раньше, я готовлю моноспектакль, который будет называться «Перестройка, перестрелка, перекличка». Вот то, что принесла перестройка, мне об этом очень много прозы, стихов и прочих вещей. Ну вот давайте, маленькая проза у меня есть. Однажды, называется «Без ума». Однажды в райкоме партии раздался звонок. Алло, здравствуйте, у вас ум упал. Кто говорит? Прохожий. Что вы себе позволяете? Ничего, у вас действительно упал ум. Выяснилось, что со стенда показатели района, над которым аршинными буквами было приварено партия, ум, честь и совесть, обрушился ум. Лежа на земле, он изрядно веселил проходящий лед. Прохожего поблагодарили за сигнал, ум убрали, чтобы потом приварить на законное место. Но времена уже были смутные, перестроечные, и ум на райкомовский щит так и не вернулся. Более того, однажды под ноги прохожим упала честь, а затем и совесть. Партия почему-то удержалась и еще долго венчала пустующий стыд. Просто партия без ума, чести и совести. Ну вот. Это такая проза вот в этой книжке, которая называется «Очки глухоты». А называется она «Очки глухоты», потому что я однажды ехал в троллейбусе, и кондуктор таким противным голосом: «Передавайте за билет, передавайте за билет, передавайте». Вот, и так, она же орёт невыносимо. И одна женщина: «Да хватит вам кричать, оглохла уже от вашего крика». Она говорит: «А если оглохла, одень очки». Ну вот мне понравилось, я написал такую байку, и начинаю «Очки глухоты». Значит, стишок. Называется «Чудо-юдо». Он из трех частей коротеньких. Две коротеньких, одна значит, подлиннее. Значит, из трех частей «Щука». «Щука» и «Форс-мажор». «Форс-мажор» — это... Не, «Форс-мажор» — это такой бомж. Это его кличка, кликуха, да? И, значит, «Щука» и «Форс-мажор». Вот такая. Значит, все это называется «Чудо-юдо». У этой «Щуки» было
две блесны в капкане пасти. Дважды обманула она судьбу, и все же до весны с тем пирсингом, увы, не дотянула. Маячил нерест, начинался жор, природы неизбывное веление, форс-мажор. В то утро бомж по кличке Форс-мажор, похожее, почувствовал томление. Опорожнив флакошу дотощак и бросив снасти в дранную кошелку, он на заре покинул свой чердак, прервав осточертелую ночевку на речке, будто фокусник, опля, извлек он снасти, бороду огладил, нашел на льду чужого мотыля, словил живца и жерлицу наладил. Щука и форс-мажор. Перед зимой двоих из «Шевроле» она как лохов сделала, однако другой расклад над лункой в феврале. Согбенный бомж, голодный, как собака, она, конечно, ведать не могла, пескарика во рту переминая, что в этот раз ей дама пик легла к семерке с тройкой, что игра иная. Он выждал пять мучительных секунд, подсек и взмок, добычу извлекая. Речное чудо-юдо в целый путь на льду плясало, блеснами сверкая. Жратвы на месяц, если засорить, да чтобы не прознали троглодиты. Но чудо-юдо так хотела жить, такие падла делала кульбиты, что на какой-то миг у мужика зашел, должно быть, ум его за разум, и, попинав пятнистую слегка, он сбросил в прорубь чертову заразу. Она ходила долго под льдом, чудесное спасение не веря. А форс-мажор, очухавшись трудом, махнул рукой, подумаешь, потеря. Бывало в жизни побольнее печаль, случались в жизни пострашнее напасти. Бог с ней, со щукой, блесен, бляха, жаль. Зря эти вот не выдернул из пасти. Вот это перестроечная такая штука, которая в этом спектакле есть. Вот, ну и так далее, и так далее. Что-то, давайте смешно что-то прочитаю. Днями солнышко не светит, а ночами дождь бубнит. Мне никто на целом свете пятый месяц не звонит. Мрут в аквариуме рыбы, тараканы завелись. Позвонить друзья могли бы, что в любви по гроб клялись. Ни привета, ни ответа, с миром лопнувшая связь. Позвонить могла бы Света, хоть любви не клялась. За окном кричат вороны, ворон каркает в душе. Позвонить могли бы жены, хоть и бывшие уже. Счастья нет на белом свете, слезы катят по лицу. Позвонить могли бы дети хоть какому, но отцу. Дождь бубнит, не светит солнце. Как бы вскоре не запить, видно, все-таки придется телефон себе купить. Опьян, значит, навеянное следующее. Воскресный день холостяка. После попойки в статус-кво, придя отчасти, очнешься рядом никого. Какое счастье! В ушах картечь, в глазах песок, во рту курятник. Про то, что пил я, лучше пил я сок, никто не вякнет. Тиши взволнованной рукой похмелиться, женатому такой покой лишь только снится. Десятки лет храня обед Калини Бланки, в обед из кубика в обед сварганишь в банке, и снова времени река течет, не пучась. Блаженна жизнь холостяка, завидна участь, но быть негоже до конца счастливым мерзким. На ужин сваришь твоеца, сразиться мерзким. Вот. Ну и стишок такой про женщину. Есть женщина, есть девушка. Очень нехорошая примета, коль поэт дорогу перейдет. Не любите девушки поэтов, с ними все известно наперед. Поначалу заверения, слезы и стишки про чувства, как с куста. Если им откажете угрозы, застрелиться, сиганув с моста. А едва не выдержав напора, скажете, заветная твоя. Угасает пыл у них, и скоро им от вас не надо ничего.
Но зато все с той же страстью пылкой, все они гораздо день и ночь, обниматься с милкой бутылкой и с реальной милкой не прочь, с той, которую едва завидя млеют растопыриши глаза. Их за все за это не любите, полюбите девушки их за то, что и лихих гусар десяток не нежнее, чем один из них, что и жизнь не мед, что век их краток, как 3 метра, то бишь 300-й стих, что когда случится озаренье и счастливо сложится строка, станете навек стихотворение. Прецедент, поэт Иоанна К. И опять мне она снится, непонятно с чего, что хочу дозвониться до него самого. Будто ведаю номер из каких-то там чисел, будто слышу, как зомби во вселенной звучит. Расскажу тебе, Боже, если вдруг дозвонюсь, и про то, как ничтожен, и про то, как боюсь наступления ночи, а тем более дня. Еще миг и соскочит с катушек земля. А ведь были когда-то мы тебе по нутру, но пошли брат на брата и сестра на сестру. Все кровавый раздоры меж религий и раз, обрати свои взоры на постылых на нас. Понимаю, как тошно эту паству пасти, но вдруг еще можно ее, Боже, спасти. Я проснусь безответен пулеметом гудки. Бог сидит в интернете, не проходят звонки.